Я рад вас приветствовать. С вами вновь Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о коляске для тех, кому очень повезло и у кого родились двое детей сразу или погодки. Этот вариант для вас. Коляска называется Joy Air Twin. Так что сегодня с вами ее и изучим. Вначале, а прежде чем рассказать о деталях, немножко о технических характеристиках. Коляска предназначена для детей с 3 месяцев и максимальный вес одного ребенка 15 кг. Поэтому 30 кг коляска выдерживает спокойно. Это что касается технических характеристик в плане, какие дети здесь могут ездить. Теперь перейдем к изучению самой коляски. Как обычно, с вами начнем изучать ее сверху вниз. Начнем с ручки. Ручка, вы видите, она цельная, прорезиненная. Ощупь, на ощупь достаточно приятная, мягкая, хват достаточно такой. Она не тонюсенькая, ну, достаточно удобная ручка. Она, хочу заметить, не регулируется по высоте никаким образом, поэтому какая есть. И перед покупкой обязательно, ну, может, кому-то не обязательно, но посоветовал бы примерить ее под рост. У меня 1,86 м рост, мне более чем отлично. Плюс-минус, я думаю, 10 сантиметров человек будет нормально. Плюс, не знаю. Вот. Козырьки. Козырьки в коляске тоже достаточно большие, но хотелось бы, я думаю, немножечко побольше. Но здесь конструкция такая, что не очень удобно это реализовывать. Я думаю, поэтому производитель так и не сделал. Но, в принципе, их достаточно. Козырьки, вот смотрите, сбоку вполне себе нормальные. В них также есть смотровые окошки с, скажем так, дождевичком. Здесь не москитка, а пленка, чтобы не промокало. Но вы сможете наблюдать за своим ребенком без проблем. Регулируются они, соответственно, тоже очень просто. Дальше давайте обратим внимание на сиденье. Сиденье здесь с комплектацией на сиденье идет, кстати, матрасик на каждое сиденье, что делает комфорт ребенка выше. Достаточно приятные, мягкие. Вообще ткани не раздражающие, такие нормальные ткани. И видно, что они такие прочные. Я думаю, как-то порвать ее будет сложно. Все пошито хорошо, швы все ровные, все так, без вопросов. Нормально все сделано, учитывая, что эта коляска из недорогих. Она там в районе 14 тысяч сейчас стоит. А сейчас у нас 17 год, к лету дело, к маю. Вот, цена хорошая. Что касается сидений, вернемся к ним. Сиденья, конечно же, здесь не огромных размеров, они стандартные. Для двух детей, в принципе, вполне достаточно. Дети здесь не разделены никакой перегородкой, поэтому они здесь сидят, общаются друг с дружкой, и им весело и хорошо. Что касается безопасности, все стандартно. Пятиточная система ремней, мягкие накладки на плечевой зоне, на паховой. Все в этом плане хорошо. Что касается бампера, бампер здесь один цельный, их здесь не два, потому что перегородки нет. И он легко убирается для того, чтобы вы могли посадить детей. Также он обит мягким материалом, что тоже очень приятно, что это не пластмасска торчащая. Дети не травмируются об него. Ну, естественно, все это можно снять, постирать, все без вопросов. Давайте посмотрим на регулировку спинки наклона. Здесь система ремней используется, оттягиваем, соответственно, второе то же самое. Вот как это выглядит. Летом можно открыть вот эту часть,
чтобы продувало. Когда не нужно, можно это все закрыть. Из минусов, на мой личный взгляд, вот эта часть, она не на замочке. Здесь пару липучек, но все равно вот это вот здесь я не вижу, чем можно закрепить. Да, в принципе, и ничем. Поэтому, ну, может быть, немножечко поддувать. Ну, это мои личные замечания. Вот. Соответственно, обратно регулируется тоже. Просто натягиваем ремень. Все, ребенок сидит. Так, давайте теперь посмотрим на саму раму. Рама алюминиевая, коляска весит что-то около 11 килограмм, 11,8, если память не изменяет мне. Сделана она нормально, хорошо, претензий у меня не возникло, она не создает ощущение разболтанной какой-то рамы. Вот, колеса здесь не резиновые, поэтому влажности хода от самих колес вы не дождетесь, но для этого здесь есть амортизация на всех четырех колесах. Давайте я вам продемонстрирую. Это сзади, спереди ход достаточно большой, с учетом того, что здесь будет два ребенка, она будет тяжелее, плавность хода вполне себе удовлетворительная, на мой взгляд. Так, давайте теперь посмотрим на багажник. Багажник здесь реально для двоих детей, потому что он, ну, очень большой, он глубокий, он, смотрите, рука куда уходит, он реально большой, сюда можно кучу всего уместить. Если сиденье опустить, конечно же, доступ перекроется, но это обычная ситуация. Вот, поэтому что-то положить, все игрушки, все, что нужно, вы найдете, куда положить. Здесь места достаточно. Так, давайте теперь посмотрим на то, как эта коляска складывается. Все делается простым движением. Сверху кнопка с рычажком, оттягиваем, нажимаем, складываем. И обратите внимание, здесь вот. Эту коляску можно поставить, и она тем самым много места занимать не будет. Можно положить, соответственно, поставить, это уже решать вам. Но то, что есть возможность поставить ее, это удобно. В конце концов, там на балкон, где-то к стеночке, еще что-то, без проблем. Плюс в багажнике можно ее положить и уже сверху там что-то нагрузить, если уж нужно. Вот. В этом плане тоже все достаточно хорошо раскладывается, тоже простым движением, проблем не вызывает. Передние колеса, естественно, поворотные, с возможностью блокировки, чтобы не могли проехать неровность более комфортно. Тормоз. Тормоз самый классный, сверху нажимаем, блокируем и также сверху разблокируем. Корябать обувь не нужно. Вот. В комплектацию, кстати, входит оригинальный дождевик, что тоже очень-очень приятно. Это удовольствие не из дешевых, если отдельно покупать оригинальный дождевик. Поэтому такой приятный бонус за эти деньги. Вот. В принципе, все, что хотел вам рассказать о коляске, я рассказал. Давайте в двух словах подытожим. Первое, что хочу сразу заметить, очень хорошее соотношение цены и качества. Вопросов качества у меня нет. Joy вообще бренд хорошо себя зарекомендовал. Обращений по гарантии у них практически нет. Знаете, такая беспроблемная компания, с ней приятно иметь дело. Вот, поэтому ей можно смело доверять, тут никаких нареканий нет. Плюс эта коляска, если говорить о коляске для погодок или двойни, они обычно шире. Эта коляска, в принципе, 76 сантиметров, если память не изменяет, ширину имеет. И во многие двери вы заедете без проблем. Что на других, в большинстве случаев, сложно сделать. Вот. То, как она складывается, то, что можно поставить, тоже очень-очень большой плюс, на мой взгляд. Не думайте, как ее сейчас, куда бы ее так не запачкать. Просто поставили и все. Вот. Это, в принципе, все. Добавить мне уже нечего. И хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что предоставили на обзор эту интересную модель для погодок и двойни. Вот. Ну а вам, собственно, если это видео было интересно, полезно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, собственно, вам хорошего, удачного выбора. До свидания.